Все, здесь в конце мы находим кнопочку Hyper Secret XP. Нажимаем эту кнопочку. Она активирует... Ого-го! Посмотрите, вот что важно на таких картах. Сразу, как только карта обновляется, сразу ее фармить. Одна кнопка дала уже 200к опыта, друзья! Друзья, всем привет, меня зовут Дима, мой ник Brother 2S, и это канал, посвященный фарму опыта в Fortnite. Я тут каждый день записываю новые видосики на фарм опыта, и карты, которые я записываю, работают на всех платформах и во всех странах мира, в том числе в России. Поэтому ставим лайк, нажимаем колокольчик, подписываемся на канал. Мне пришлось прибегнуть сегодня, уже сейчас, к моему второму дополнительному аккаунту, потому что на основном аккаунте закончился лимит, так как я там уже записал... Три карты выложил, записал больше, просто одна была совсем не очень, вот, и там закончился лимит. Так что, друзья, это уже четвертое видео на канале, я думаю, что за такой большой труд я от вас заслужил лайк. Заходим в поиск, вводим сюда 16, 42, 42, 80, 24, 39, нажимаем Enter, нажимаем на картиночку, здесь в настройках острова обязательно проверяем, чтобы стоял частный режим, чтобы никто не мешал фармить опыт, и нажимаем выбрать, друзья. Все, загружаем карту. Я по-прежнему, друзья, партнер компании Epic Games. Я вам напоминаю об этом. Вы можете меня поддержать. Заходите к себе в магазин предметов. Внизу нажмите «Поддержка автора» и сюда введите мой код G-UP. Нажмите «Поиск», галочка зафиксирует этот код в вашем магазине предметов. И теперь за все ваши покупочки, видите, вот здесь зафиксирован, компания Epic Games будет делать мне отчисления, друзья. Спасибо огромное за такую поддержку. Когда загрузилась карта, бежим в дальний левый уголочек. Здесь запрыгиваем на автоматы и подходим вот сюда, вот где автоматы стыкуются между собой. Поворачиваем свой взгляд на угол, на стык между стеночек и чуть-чуть левее, вот так. Ставим прицел. В прыжке видим здесь кнопочку. Нажимаем эту кнопочку в прыжке, она запускает таймер в 5 минут. Возвращаемся по автоматам чуть-чуть назад. Вот сюда на краешек, чтобы видеть вот эту кабинку для переодевания. Вот это направление правильное. Стоим на краешке, видим кабинку и ждем 5 минут, ребят. После того, как таймер прошел, вы стоите на краешке, поднимаете взгляд наверх, здесь кнопочка. Нажимаем эту кнопочку, она переносит в пространство с тремя баннерами. Подходим к любому из них, к терминалу, чтобы терминал засветился зелененьким цветом. Нажимаем на него и сюда в поисковую строку вводим код 5340 7397 5813. Остров найден. Нажимаем принять. Картиночка поменялась. Табличка XP есть на баннере. Все, нажимаем на сам плакат и загружаемся. Карта загрузилась. Знакомая нам уже карта. Я ее сейчас начал записывать буквально через 5 минут после того, как автор ее обновил, друзья. Поэтому карта должна максимально быть рабочей. Запрыгиваем на платформу, бежим в направлении правого угла, верхнего. Здесь, не добегая до самого угла, вот в первый перекрестие, второе перекрестие, здесь есть кнопочка. Нажимаем на эту кнопочку. И перемещаемся к таймеру в 10 минут. Ждем, пока этот таймер закончится, друзья. Берем здесь граплер обязательно. И пока будем ждать таймер, я вас по традиции заманиваю в свой Дискорд-канал. Потому что в нашем Дискорд-канале, в моем Дискорд-канале и в вашем тоже, потому что это Дискорд-канал комьюнити нашего дружного, где мы общаемся, где мы вежливы, где мы стараемся никого не обижать, где мы находим общие интересы, играем в разные игры, не только в Fortnite, где есть разные коммуникации, голосовые, текстовые, в общем, разные каналы развлекательные. Там круто, там можно найти тиммейта. Я там провожу розыгрыши. Короче, друзья, сколько можно говорить? Давайте быстрее залетайте, присоединяйтесь и будем вместе общаться и тусоваться. В общем, ждем. Жду вас и ждем таймер, чтобы продолжить фармить опыт. Итак, друзья, таймер закончился. Теперь подходим, нажимаем кнопочку АФК XP. Пошел АФК опыт. Запрыгиваем в телепорт и бежим в нижний правый угол. Здесь в нижнем правом уголочке мы налево вот сюда вот строим, друзья, 12 рамп. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. После этого ставим пол, теперь разворачиваемся в обратном направлении. Строим еще 12 рамп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Здесь ставим пол, и налево строим еще одну рампу и один пол. Все, здесь в конце мы находим кнопочку Hyper Secret X-Pin. Нажимаем эту кнопочку. Она активирует... Ого-го! Посмотрите, вот что важно на таких картах. Сразу, как только карта обновляется, сразу ее фармить. Одна кнопка дала уже 200к опыта, друзья. Офигеть, вообще. 233 тысячи с одной кнопки. Это вообще просто невероятно. Друзья, запрыгиваем обратно на платформу, бежим в левый нижний угол. Здесь в уголочке мы налево строим 10 рамп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Потом ставим 4 пола. 1, 2, 3, 4. Теперь строим 3 рампы налево. 1, 2, 3. И еще 2 пола. 1, 2. Все, здесь в конце у нас есть еще одна кнопочка. Super Secret X-Pin. Нажимаем эту кнопочку и активируем еще один буст к опыту. Забегаем снова на платформу и бежим теперь в верхний левый угол. Здесь в уголочке мы строим налево 7 рамп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. После чего ставим 6 полов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Направо ставим еще 12 рамп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И ставим еще один пол. Все, здесь в конце еще одна кнопочка Hyper Secret X-Pin. Нажимаем ее. Активируем еще один буст к опыту.